Привет, ребята, вы на канале Домашние питомцы, с вами я, Света, и у меня экстренная пересадка драцены. Да-да, я знаю, что сейчас осень и пересаживать растения не вариант, что нужно ждать весны, но у меня экстренная, так сказать, будет пересадка, и вот почему. До весны я ждать уже не могу. Вы это видите? У меня драцена буквально выталкивает себя из горшка. То есть, получается, я в этот горшок ее посадила этой весной. Вот, и где-то в марте я ее посадила, и получается, вот сколько месяцев прошло. Даже года не прошло, и она, получается, полгода примерно прошло, и она явно говорит, что ей этот горшок мал, и, мол, пересаживай меня в новый, даже с учетом того, что сейчас весна. Итак, почему я не могу ее поливать? Дело в том, что я бы подождала, но я не могу ее поливать, потому что вся земля, она у меня просто падает. Понимаете? То есть у меня не могу ее поливать. Все уходит не в горшок, а через горшок льется. Ну, в общем, мы купили горшок ей. Пойду я вам его покажу. И сейчас я его буду промывать, этот горшок. Такой вот горшочек, горшочище, я бы сказала. Почему такой большой, я объясню чуть попозже. Сейчас я, наверное, его промою. Он керамический. Кстати, такой горшок у нас стоит 500 рублей. Это керамика. И сейчас я его промою, обдам кипяточком. И тогда уже я вам расскажу, почему такой большой. И будем уже с вами пересаживать драцену. Ну что ж, ребят, перед тем, как узнать, подходит ли... Сейчас. О, вот этот керамический горшок для моей драцены. Нужно посмотреть, что скажет нам на это дело, собственно, крыса. Да, сейчас он придет и проверит, и скажет нам, можно сажать сюда драцену или нет. А может и не придет. И может даже не проверит. Мини, смотри, что тут есть. Эй. Опа, вот так, все, да. Проверь, Мини. Можно сюда сажать? Сюда можно сажать драцену? Ты только не упади у меня тут, не шлепнись. Вот так. Шлепайся на руку. Ладно? Чё? Как? Ты проверь, посмотри. Да. Давай, проверь, посмотри. Угу. Что? Как, пойдет? Он не большой, не маленький? Ты проверь. Нормальный? Чё, нормально все? Точно? Ты убедись еще раз. Ты посмотри еще раз. Так, в горшок только не шлепайся мне. На руку шлепайся. Чего? Фигня? Или пойдет? Как? Что там? Поддон как, нормальный? Поддон нормальный? Все нормально? Да не бойся его, он не страшный. Все? Нормально? Да? Да вроде нормально, значит будем сажать. Классно. Нет, вы это видели? Отличные просто кадры. Мэнни оценил, он посмотрел, он все проверил, посмотрел, что тут, все везде обнюхал, посмотрел поддон, сказал нормальный, можно сажать. Ну все, значит и драцене понравится. Будем сажать.